Европейская нелема уже скоро может стать не такой уж и ценной. Все дело в том, что в Печоре стало слишком много рыбы данного вида. В связи с этим ученые задались вопросом об ее исключении из Красной книги. Сотрудники Полярного научно-исследовательского института рыболовства и океанографии приехали в наш регион, чтобы подробно изучить популяцию нельмы. Тему продолжит Владимир Рожин. Печора – главная водная артерия Ненецкого округа. Ее протяженность порядка 2000 километров. Эта река богата рыбой, в том числе и нельмой. И причем за последнее время популяция значительно увеличилась. И теперь под угрозой истребления не краснокнижный хищник, а другие виды рыб. Этой проблемой обеспокоены и научные сотрудники Института рыбного хозяйства. Уже с июля они проводят исследования популяции нельмы. Причем для наиболее точной оценки группа постоянно передвигается, и работы ведутся по всей акватории Печоры. Небольшая лодка с говорящим названием «Прогресс» мчит к нас к уже установленным сетям, и ученые вылавливают образцы пока еще краснокнижной нельмы. Основная же работа проходит на более крупном судне, где и базируются специалисты. Там научные сотрудники изучают и фиксируют необходимые показатели сдобытой рыбы. Берем биологические показатели, то есть измеряем, взвешиваем, смотрим, пол определяем, берем пробы на возраст, смотрим питание, то есть чем рыба кормилась. Если надо, берем генетические пробы. И у нас, в принципе, уже достаточно материала для того, чтобы хотя бы оценить состояние популяции. У нас попадаются и взрослые особи, и молодь, и сигалетки. В принципе, можно сказать, что популяция нельмы находится в стабильном состоянии. Но, к сожалению, не так много, как хотелось бы. Вот, поэтому мы работу еще продолжаем. Совместно, кстати, с сотрудниками казенного учреждения, которые нам очень активно помогают. На следующем этапе изучения собранный материал отправляют в Полярный научно-исследовательский институт. Там сотрудники должны решить, следует ли выводить нельму из Красной книги. Вместе с ростом ее популяции в Печоре случаев неосознанной поимки нельмы становится больше. А это уже уголовное наказание. Нельма попадает в приловах в очень больших количествах. То есть эти данные у нас имеются, мы передавали ее в науку. И... По большому счету, каждый рыбак в Ненецком автономном округе попадает в поле зрения правоохранительных органов. То есть она попалась, вовремя не избавился, вот тебе уголовная ответственность. Постоянно подходят, муссируются слухи, что ее много. Мы сами это видим, мы сами знаем, мы это все фиксируем. Поэтому вот сейчас наука. Наука, она единственный источник, который нам может точно сказать, можно, даст на заключение вывода Красной книги из Красной книги или нет. По словам Игоря Кислякова, даже если нельму выведут из Красной книги, то лицензии на вылов выдавать не будут, а значит добыча этого вида, как и прежде, останется под запретом. Владимир Рожин, Александр Дуркин, телеканал «Север».